Одессе кинофестиваль готовится, поэтому оперные заставили всякими штуками. Надвинулась большая туча, все стало темно. Вот наша Потемкинская лестница. Если ее будет видно в этой темноте и в этой толпе людей. Вот она лестница, до низу. Экран выставлен, порт. Дождь начался, сейчас что-то будет. Центр Дерибасовской, кругом кафе, очень много людей. Позвонили в Анталию, сказали, типа, ой, там у Пети невеста, короче, поехали.